Накануне произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия огнеборцев изнутри полностью горел мансардный этаж. Пожарные успели эвакуировать машину. В результате огнем уничтожен мансардный этаж на площади 150 квадратных метров и кровля бани. Предварительная причина – неправильное устройство, неисправность отопительной печи и дымохода. Всего к ликвидации привлекались 25 человек личного состава и 6 единиц техники. С начала года в Бурятии на пожарах погибло 11 человек, из них один ребенок. Причинами пожаров явилась неосторожность при курении – 4 случая, один случай аварийная работа электрооборудования, то есть короткое замыкание. К другим темам. В Улан-Удэ пьяный водитель напал на полицейских с топором. По словам очевидцев, мужчина устроил аварию и попытался уехать с места. Но не вышло. За ним поехали сотрудники ГИБДД. Он доехал до дома на левом берегу, недолго думая, забежал во двор, взял топор и бросился на сотрудников. Все обстоятельства выясняются. А на станции Таловка пьяный водитель пытался дать взятку дровами сотрудникам ГИБДД. У мужчины не было водительского удостоверения, а транспортное средство не было зарегистрировано. Еще один подобный случай произошел в Улан-Удэ. На улице Ботанической остановили пьяного водителя. 40-летний мужчина предложил взятку 20 тысяч рублей, чтобы избежать административки. Теперь оба дела направлены в Следственный комитет. Екатерина Листратова, Валерия Каратуева, Алексей Ромашов. Новости дня.